Новый дворец торжеств Главного управления ЗАГС по Рязанской области готов к приему первых гостей. Здание бывшего кинотеатра «Москва» на Московском шоссе реконструировали в течение года. Теперь снаружи и внутри декоративное ограждение, элегантные детали и обилие света. Мы создали единый центр, соединив все ЗАГСы города Рязани, Рязанского района. И здесь будет обслуживание 6 дней в неделю, 11 окон. Дворец торжеств радует простором и убранством, в котором будет приятно сделать снимки на память любой молодой семье. Здесь предусмотрено все для удобства разных посетителей. Браки регистрируются в двух залах – золотом и лавандовом, где могут разместиться все гости церемонии. Также оборудованы комнаты жениха и невесты и специальный подъемник для лиц с ограниченными возможностями здоровья. А те, кто приедет во дворец за документами, оценят зал с электронной очередью и 11 окнами для приема граждан. Знаете, кого как принимать, на какие снимки, какие услуги оказывать. Ну, я думаю, что вы готовились достаточно долго, поэтому удачи вам, вот, с наступающим Новым годом. Всего самого доброго в Новом году. Спасибо. В день открытия здесь зарегистрируют брак первая пара. Это адъюнкт 4-го курса Академии УФСИН России Михаил Родин и служащая УФСИН России по Московской области Анастасия Ковальченко. Я желаю, чтобы вот этот кулончик носили вы всегда вместе. Мы можем потом разделить, посмотрите, да? Так кажется, здесь есть веревочки. Поздравляю вас. Ну, это, наверное, поздравляю. Он действительно получился замечательным. Ну, и строители не подвели, и работники ЗАГСа, самое главное, подошли очень, ну, вы знаете, так креативно ко всему. Тут многие детали, вот они мне рассказывали, многие детали вот именно ими придуманы были. И получилось действительно так, что люди приходят, я думаю, и будут приходить сюда с удовольствием. С этой недели дворец торжеств начнет проводить церемонии бракосочетания, а в полном объеме заработает после новогодних праздников. Пожалуй, одно из главных достоинств нового дворца торжеств – настоящий простор. В каждом из залов для регистрации брака, как и в других помещениях, очень свободно. Здесь без труда поместятся и те, кто хочет разделить с молодоженами торжественный момент, и просто любой желающий посетитель. А богатый, изысканный декор не поставит вопроса ни перед кем, где сделать по-настоящему красивые фотографии. Получить здесь справки и документы можно будет 6 дней в неделю. И коллектив дворца надеется, что большинство рязанцев будет приезжать сюда только по приятным поводам. Татьяна Клемишева, Дмитрий Соколов, РВТВ.